Память о погибших на пожарах. Сегодня в Ульяновске прошел ежегодный чемпионат по пожарно-спасательному спорту. Состязания традиционно состояли из двух этапов – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, а также подъем по штурмовой лестнице в окно учебной машины. Если вот на втором этаже произойдет задымление или еще что-то, или нужно будет эвакуировать людей, то при помощи штурмовой лестницы можно будет разбить окно с помощью крюка и, соответственно, забросить лестницу, за подоконник зацепить и постараться эвакуировать людей или как бы проникнуть в помещение. Все данные упражнения взяты непосредственно из тех нормативов, которые отрабатывают сотрудники в своей повседневной деятельности. То есть это и прокладка магистральной линии к месту условного возгорания, это и подъем на этажи учебной башни, который имитирует, когда сотрудники поднимаются для того, чтобы спасти людей на высоких этажах, либо подать туда огнетущие вещества. Соревнования проходили в спортивно-тренировочном манеже учебной пожарной части в Заволжском районе. В чемпионате приняли участие 80 спортсменов из команд пожарных частей Ульяновска, Димитровграда, а также региональной сборной.